Подпольное казино раскрыли сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции. Игорное заведение располагалось в здании бывшей гостиницы «Буинска». Оттуда оперативники изъяли системные блоки, карты клиента, документы, мониторы, картридеры, сотовый телефон и деньги. В ходе проведенных сотрудниками подразделения экономической безопасности мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр».